Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях актер театра Луны, заслуженный актер, народный. Просто хороший актер. Хороший актер театра просто Луны. Очень хороший. Евгений Аркадьевич Герчаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Аркадьевич, вы в своем роде актер универсальный. Вы играете в драматических спектаклях, в комедии, в мюзиклах, снимаетесь в кино, преподаете в ГИТИСе. Нет, пока сейчас нет. Сейчас пауза. Сейчас в ГИТИСе пауза. Пауза. Да. А ваши родители были творческими людьми? Да, у меня мама актриса, а папа был офицером морским, но музыкантом одновременно. Вот так. И как родители отнеслись к вашему выбору стать актером? Да я даже не выбирал, меня просто заставили стать артистом. Да как это? Ну просто я был футболистом, и не собирался совсем быть артистом. И, правда, играл профессиональный футбол, целый год был профессионалом после школы. Как-то втянулся, у меня стадион был в 5 минутах от дома в Севастополе. И родители, мама очень хотела, говорила, что я там, что-то у меня есть какой-то талант, она очень верила в меня. Вот, а отец продолжал хотеть, чтобы я был все-таки футболист. Но победила мама, потому что она была у нас в семье главная, а не папа. Вот. В своей актерской карьере вы сыграли и женские роли. А каково мужчине-актеру играть женщину? Нормально, абсолютно. Абсолютно нормально, потому что, во-первых, нужно понять все проблемы женские. И для этого нужно попробовать хоть раз сыграть женщину. Или наоборот, превосходство женщин, вот так сказать, над мужчинами. Или почувствовать что-то такое, чего мужчина почувствовать не может. У меня даже роды были, я помню, в картине, когда снимался в «Старухе Хармса», а я там рожала. Там были роды сумасшедшие такие, да, начинались схватки. И оттуда все летело непонятно что. Правда, я за эту роль потом получил, правда, приз за лучшую женскую роль. Но, видимо, за роды как раз. Наверное, да. Ну вот. А вы сменили много театров. Вы играли в Советской армии, да. Играли в оперете, да. В Эрмитаже, вот. Теперь в Луне. Да-да. А какой театр оставил наилучшие воспоминания? Ну, я бы сказал, Эрмитаж, наверное. Эрмитаж. Там талантливый режиссер, такой, тоже такой чумовой мужик Михаил Левитин. Ну, авторы и роли были такие незабываемые. Это был эксцентрический театр, такая психологическая эксцентрика такая. Вот, ну я не знаю, там я сыграл огромное количество ролей разных, жанры тоже немножко отличались, хотя стиль театра был один, но жанры были разные. У меня один был персонаж, Юрия Олешу я играл, рассказывал Юрия Олеши, «Альдебаран» рассказ называется. Так вот там граф или князь Богемский, которого я играл, и у Олеши было написано, когда Богемский шел по улице, собаки останавливались и смотрели ему вслед. Вот такие роли я играл. А какая, наверное, любимая роль? Вот в театре Луны она была? Или, может быть, все-таки была в другом театре? Я очень любил роль царя Эдипа, которую я сыграл с десяток лет назад. Это великая трагическая роль, которая у меня в итоге как-то, видимо, получилась, потому что потом пошло, поехало, что называется, трагедии так захватили мою жизнь, и я уже после этого сыграл Холстомера Толстовского в театре Никитских ворот, я сыграл Парфюмера в этом же театре, Губы, тоже трагический, в общем-то, мюзикл в Луне, Король Лир. И обратите внимание, я везде умираю практически. Во всех ролях я умираю. Но умираю красиво. Если честно, то красиво. Есть же анекдот такой потрясающий. Какой? Умирает Рабинович. Вся огромная семья собралась. Приехали отовсюду.
и стоят, он еще жив, и возле, прямо возле изголовья стоит его сын и говорит: папа, ну как ты себя чувствуешь? Он молчит, в коме уже в такой находится. Что ты, ну там, соберись, ну что ты, папа, ну что такое? Посмотри, сколько людей собралось, отовсюду приехали, из Америки приехали, из Израиля приехали, из Жмеринки, из Одессы приехали. Все мы тут, посмотри, ну что ты, прям, ну найди в себе силу. Папуся, ну так только честно это хочу спросить, где бабки, которые ты закопал, скажи, ну мы нам же жить, ну что ты с собой, что ли, ты понесешь? Ну где бабки, ну как нам жить-то дальше? Ну я тебя прошу. Ну что ты молчишь, ну покажи, ну скажи, где бабки, ну что такое? А этот папа, он же без движений, и он делает только вот так, пальчик, и все. Он говорит: что ты показываешь этим пальчиком? Ты скажи, где бабки? И вдруг просветление у папы такое, цвет лица меняется, розовые щечки. Он говорит: ну ты видишь, вот видишь, стоило заговорить о деньгах, ты уже живой, все нормально, все. Папа, ну так скажи, что ты показываешь-то так? Ты скажи, где бабки? Папа говорит: если бы я мог в тот момент, я бы тебе показал вот так. Кто для вас парфюмер? Это же мы заговорили про этот мюзикл. Да. Ну, с одной стороны, это чудовище, а с другой стороны, это гениальное чудовище такое. Потому что я как бы, ну, я пел этот спектакль, вы знаете, это мюзикл, и, наверное, это правильно, потому что музыка романтизирует этого страшного убийцу. Я вообще не играл подобных ролей почти никогда. Вот таких совсем. Меня убивали, но чтобы я убивал. Да еще 25 невинных девушек. Я не буду сегодня в передаче этого делать. Конечно, я не буду. Но. И это действительно как-то романтизирует человека. И, ну, я играл просто человека, который, ну, можете себе представить, рождается человек, черти где, в каком-то там рыбном ряду, какого-то базара, никому он не нужен, матери он не нужен, отца и никто не знает. И рождается этот комочек, и еще рождается без запаха, там, и так далее, и так далее. Ну как же так, человек без запаха, это же так нелепо. И вот в этом он родился вопреки. Дети должны рождаться по любви. Все это знают и рождаются, почему-то рожают их просто так. В основном. А дети должны рождаться по любви. Тогда и, возможно, жизнь их сложится. Вот. Ну, когда они в любви рождены. Ну, я это знаю, потому что у меня трое детей. И я, каждый ребенок у меня рождался по-разному. Вот как сейчас помню. В разных ситуациях. И поэтому вот рождается такое чудовище. Но оно тоже, ну вот родилось такое чудовище. Как жить этому человеку? И вот его осеняет это какая-то супер сумасшедшая идея. И я играл любовь. Я правда играл любовь какую-то. И хотя он не способен полюбить, если вы помните, и влюбляется он только в последнюю девушку. У меня в спектакле это играет Фиона Дольникова, да. И у нас как-то там удавалось. Красивый был такой дуэт, мощный. Ну, вообще там самая интересная история, которая случилась в этом спектакле. В парфюмерии это, конечно, уникальная история, я вам расскажу. Я пригласил на спектакль одного своего давнего друга, профессора университета, одного очень известного человека, для которого Патрик Сюскин, это автор, конечно, такой своеобразный. Он пришел, сел, начал смотреть спектакль. Это уже его рассказ. Сижу, говорит, смотрю, вроде все нормально. Но передо мной сидят три тёлки. Сидят и все время. Они все время говорят и комментируют спектакль. Ты там поешь, я не могу ничего слышать. И эта тёлка, которая передо мной сидит, она еще вот с таким шиньоном. Я ничего не вижу. Я не вижу и ничего не слышу. И говорит: что-то ты со мной сделал, говорит Женя, потому что уже меня как-то втянуло. Я сзади ударил ее по шиньону кулаком, по голове. Шиньон сложился. Был такой, стал такой. Я, говорит, все вижу. И даже лучше слышать стал. Но тут я вспомнил, что у меня рука в гипсе. В гипсе.
по голове. Она замолкла, стала вот такая, говорит, я все вижу, ну, от испуга я начал прятать этот гипс. Потому что как будто бы, знаете, вот убийца что-то совершил. Короче, начинается антракт. Эти две тёлки встают и выходят, а моя остается. Я решил, что я её убью. Пошёл с той стороны посмотреть. Говорит, глаза открыты, вроде дышит. Но на всякий случай убежал домой в антракт. Вот что бывает. Да. А может быть, расскажешь какие-нибудь забавные ситуации, которые происходили на спектаклях? На спектакле. Недавно на Таисе Афинской мы играем спектакль. У меня там есть такой монолог в начале второго акта. Я рассказываю работу Платона. Играю Аристотеля. И рассказываю одну работу Платона. И там есть такая фраза, что все женщины распутны, говорю я. Вдруг из зала какая-то тетка говорит, нет, я с вами не согласна, не все женщины проститутки. Зал хохочет, все, интерактив пошел такой мощный. Пауза, все отсмеялись, и вдруг рождается, на мой взгляд, очень интересная, неожиданная, на мой взгляд, реприза у меня. Почему я это сказал, никто не знает. Я говорю, чтобы в 10 была дома. Зал просто покатился. Что это? Я даже не знаю, почему я это сказал. Вот. Ну, короче говоря, кончается спектакль, отсмеялись уже все. Идет какая-то ко мне девушка. Идет девушка с программкой. И подходит ко мне и говорит, подпишите, пожалуйста, программку. Я слышу, это ее голос, так она кричала, что не все женщины проститутки. И от нее так пахнуло водкой, что я чуть не упал. Просто вот меня прям... Я говорю, вы знаете, у меня нет ручки, говорю я. Она поворачивается к стоящему рядом артисту, который играет Македонского, и говорит, слушайте, а ручка есть? Македонский чуть не упал. От такого общения простого с великим Македонским. Это у тебя ручка есть вообще? Он ушел за кулисы и крикнул, почему пьяных пускают на сцену? А роль короля Лира изначально писалась на вас? Говорят, если верить Журбину, я не верю Журбину. Но говорят, что писалась на меня. Это коньяк, мои дорогие. «Лиромания» — это уже третья ваша совместная работа с Александром Журбиным. Да. Да. Расскажите про первую, пожалуйста. Первая работа очень такая была своеобразная. Это был концертный такой спектакль по новелле Томаса Манна «Фьоренцо». Вот. Спектакль назывался, пьеса называлась «Монарх, блудница и монах». И вот я играл монаха Савонароллу. Ну, Боттичелли, чего там только не было. Там... Такая история о тех временах, когда правил Лоренцо Медичи и так далее, и так далее. И несколько спектаклей, несколько концертов мы сыграли с Любой. Люба играла эту блудницу, Полищук. И мы вообще с ней сыграли. 10 лет практически проработали в Эрмитаже, в театре Эрмитаж. И это были незабываемые годы. Там была потрясающая история, когда я вспомнил. Я там играл... спектакль по рассказу Достоевского «Скверный анекдот». Я такого брутального играл совершенно чувака, совершенно такого отморозка. А на моем фоне играл другой артист, который, к сожалению, тоже покинул эту бренную землю, такой Виктор Гвоздицкий. И вот таки я играл как бы альтер-эго. Она была в зрительном зале, тогда еще были всякие худсоветы, и мы с ней были членами этого худсовета, которые решали, пойдет спектакль, не пойдет спектакль. Она смотрела спектакль, там и все это. И нас потом позвали на этот совет, мы пришли, все, идет обсуждение. И дошло до нее. Она встает и говорит, я не знаю, хороший спектакль, плохой, я в этом ничего не понимаю. Но Женю Кирчакова я хотела весь спектакль, сказала. А вторая работа? А вторая работа это «Губы». Это по роману Набокова «Камера обскура». Спектакль называется «Губы». Это такой спектакль, который так из мелодрамы превращается в итоге в трагедию. В трагедию мужчины мужского пола, который влюбляется в нимфетку. Это любимая тема Набокова. И вот чем это кончается. Я очень люблю эту роль, потому что мне кажется, спектакль интересный и глубокий, хотя
неброский такой, неброский такой, а вот на музыке, в мюзикле довольно психологичен. Это не американский мюзикл, не французский мюзикл. Мы когда его играли в Америке для русскоязычных, мы имели там большой успех. Ну, вот это была вторая работа. А в итоге третья – это вот «Король Лир». И Жвина в Театр Луны привели вы. Ну, как это вот не прискорбно, как это неприятно. Да, я его привел за ручку буквально, потому что они не были знакомы с Худруком. Теперь очень знаком, хорошо. И Жвин не жалеет о том, что он пришел в Луну? По-моему, нет. Судя по гонорарам, которые он получает, он доволен. Нет. И он планирует сейчас новый мюзикл. Да, да, вот он сумасшедший. И он принес третий спектакль. Он написал мюзикл по Кафке. Я его еще не слышал, не читал либретто, в котором мне предстоит сыграть самого Кафку. Ну, если бы я когда-то, я бы сказал, мне предстоит сыграть самого Ленина. Представляете? А сейчас это Кафка. Это круче гораздо. Евгений Аркадьевич, у меня такой вопрос. Что вы чувствуете, когда вы играете «Короля Лира»? Знаете, я бы сказал, я уже ничего не чувствую. Я только уже... Это происходит какой-то такой момент, ведь он находится в таком непростом положении. Так по-человечески. Жена умерла. Что-то, которую я любил. Я играю, так как она у нас в спектакле появляется, вы помните, то я ее любил очень сильно, и вот так как она у нас есть, как тень отца Гамлета, Гамлете, то можно как бы сыграть это отношение. И у меня так было, у меня когда мама умерла, мой отец потерял полностью ориентацию вообще. Вот он ее так любил, он был постарше, правда, ее, и он вообще потерялся, вот потерялся, чувак, совершенно. Вот, знаешь, вот что-то такое ушло, и я это помню очень хорошо. И вот тут то же самое. И он в надежде на то, что вот у него есть дочери, которые должны его поддержать, и вдруг, понимаешь, он натыкается на такую стенку, на такой цинизм. Хотя, знаешь, у всех же своя правда, у дочерей своя правда, они. Но для него это такой цинизм. Поэтому я уже не знаю, если ты меня спросишь, что вы чувствуете? Я говорю откровенно, я уже ничего не чувствую, потому что у меня идет все на каком-то таком уже безбашенном состоянии. Вот когда он, одно подсознание работает. А подсознание это уже когда человек, это не чувство, когда я вот, я переживаю, я, боже, какой кошмар, да не может быть. Это зал должен так переживать. Понимаешь, когда актер на сцене плачет, то зритель никогда не заплачет. Тут, если ты хочешь, чтобы зритель плакал, актер не должен на сцене плакать. Что он все превратит в мелодраму. Ой, артист стоит, и полились слезы. Актрисы очень любят этим пользоваться, потому что это первое, что нажимаешь на кнопку, и слезы бум, сразу. Они думают, я сейчас заплачу. Это первое, что актер должен уметь делать. Поэтому здесь тоже, если ты хочешь, чтобы зал смеялся, то любую репризу есть, надо произносить очень серьезно. Чем серьезнее артист, тем смешнее в зале. Это закон. Есть артисты, которые юморят специально вот, из плохого театра, из плохой эстрады. И поэтому это смотреть невозможно. Он первый смеется над своей репризой. Сказал самый. Таких вот так артист. И сам над ней смеется. И зал тоже немножко с ним смеется. Реприза это когда человек всерьез. И когда юмор рождается вот, неизвестно откуда. Так и здесь. Я уже не чувствую, а вот он уже... на каком-то подсознательном уровне существует, и так вот и идет. А с кем из шекспировских героев вы могли сравнить Лира? О, с кем? Да и ты знаешь, я не знаю, я, наверное, я бы... Если говорить совсем честно, я бы с собой сравнил этого Лира, потому что у меня трое детей тоже. Я родил третьего ребенка почти сознательно для того, чтобы понять, как это непросто, когда у тебя трое детей. И вот у меня тоже третий сын, правда. Но я только так, я могу только на себе это. Я не видел этого Лира, не знаю, кто это такой.
это вымышленный персонаж, как его играть? Для того, чтобы зал с тобой вместе это все прожил. Потому что в нашем зрительном зале, так вот, по рассказам очевидцев, плачут зрители, плачут. Как правило, Шекспир, какой бы он ни был, в условном решении, в музыкальном решении, что, в принципе, бывает крайне редко, просто в драме. Как правило, Шекспир, который ставит режиссеры, он остается там, где-то на сцене. Какие-то помпезные декорации, знаешь, натурализм, еще что-то, или условность. Но чтобы сюда попадало, это бывает крайне редко. Там где-то он остается красиво, загадочно. А у нас наоборот, вот в этом условном, кажется, мюзикле происходит такое единение зала. Я не знаю, кто это делает. Я спектакля не видел, я не могу ничего сказать. И зал вы не смотрели спектакль? Нет, не видел. И поэтому вот как-то это все происходит. Зрительный зал становится частью спектакля. Так, ну, это возможно, что это потому, что я пропускаю это просто через себя глубоко. Я не создаю никакого лира, ни монумент, ни символ. Я никакого символа не играю. Тем более секс-символ, который в нашем театре переполнен, театр секс-символами. С чем вас и поздравляю. Ну, вот теперь, когда у вас трое детей, вы хорошо понимаете вот ту проблему выбора, которая стала перед вашим героем? Да, ну, в какой-то степени понимаю. Потому что старшие дети мои живут не со мной. Они живут с мамами. Немножко ревнуют к моему последнему сыну. Что-то, какая-то боль осталась от того, что мы когда-то расстались. И так далее. Ну, у нас, слава Богу, все мамы живы, поэтому, ребята, спокойно, все нормально. Мамы-то все живы, и дай Бог, пусть живут. Лиромания поставлена все-таки не четко по тексту Шекспира, по мотивам трагедии. Совсем не по, почти не по не Шекспиру. Использованы какие-то дошекспировские легенды. Легенды, да. Легенды. Какие легенды ваши? Я точно не помню, какие кельтские легенды. Но это было сделано сознательно, чтобы уйти от сюжета. То есть сюжет как бы остался, но тонкости какие-то там, вот эти вот приходящие, вот эти дети маленькие, дочери, которые появляются, и когда это вот такое ретро туда, в то время, когда они были маленькими. Но у нас сейчас какой-то такой перекос произошел, я смотрю на этих маленьких дочерей, они такие злые, они гораздо злее, чем на старшие дочери, которые уже старше. Что-то так надо с ними как-то пообщаться. Они такие злые, они такие нахрапистые, они готовы порвать это государство на части уже вот такого возраста. Это дух времени. Уверяю тебя, они сейчас потому что такие. Потому что бабки решают сейчас практически все. Они уже живут в этом времени. И они уже вот с такого возраста настроены на то, что вот так вот. Да, тебе половина и мне половина. Бытует мнение, что тяжелее всего играть с животными и с детьми, потому что они не умеют лгать. Так ли это? Ну, с животными я бы вообще, так сказать, советовал не играть. Потому что животное может, ты с ним играешь, потом оно тебя съедает, это животное. Поэтому я постарался вообще с животными не играть. А дети тоже. Я не знаю, мне легко, потому что я сам ребенок. Если задуматься над этим серьезно. Если бы я был взрослый человек, умудренный сединами, как настоящий король лир, с которым я не знаком, я бы изображал мудреца какого-то. Может быть. Но мне кажется, что это закон искусства, закон сцены. Пока артист ребенок, он артист. Как только он начинает изображать из себя мастера, все знающего, все умеющего, он уже катится вниз. Он уже все. Он покрывается этими ракушками, как камень, который долго лежит в воде. Штампами так называемыми. И все. Ты их потом не оторвешь, эти штампы от себя, понимаешь? Поэтому надо приходить на любую роль, ничего в этом не понимаешь. Как чистый лист. И начинать все сначала. Это очень важно для артиста. И поэтому я, пока я буду ребенком, я буду артистом. Как только я начну... Ну, я не успею. Я думаю, что скоро начнется процесс, когда я вообще в ребенка начну превращаться.
чисто обратный процесс. Возрастной, да. Поэтому я сейчас не стал взрослым и мудрецом. И тогда этот процесс пойдет в детство совсем. В общем, нормально. Спектакль и романия. К какому же музыкальному жанру относится больше? В афише указана музыкальная панорама. Зрители привыкли называть мюзиклом. Также мелькает, что это рок-опера. Ну, мне ближе рок-опера. Потому что там есть рок определенный в этой истории, в его жизни. И там есть музыкальные темы, тоже достаточно роковые. Хотя, может быть, не с таким драйвом, как, может быть, хотелось бы кому-то. Но там больше мягкости, лиризма и трагизма в музыке, нежели драйва вот такого в чистом виде. Мне ближе рок-опера. Потому что панорама обороны Севастополя. Вот это вот, это да, красиво. Панорама в театре. Что это за панорама? В спектакле новый персонаж. Королева. Новая линия. История короля Лира. Королева. Что это придает спектаклю? На мой взгляд, это дает возможность рассказать о его юности какой-то. О тех... Хотя, кстати, ну, у Шекспира, во времена Шекспира, насколько мне известно, короли умирали довольно молодыми. Это кажется, что король Лир, значит, он должен быть старым человеком, ничего подобного. Я играю самого себя, свой возраст совсем, это значит полтинник, не более, может быть, там, не более. И вот, во всяком случае... Напомни мне вопрос. Что придает спектаклю? Сказал, мне всего 50. Напомни мне, пожалуйста, вопрос. Что придает спектаклю появление нового персонажа? А, ну так это ты закрутила так, что пойди запомни мне вопросик. Что придает спектаклю? Появляется красивая баба и очередная красивая актриса. Баба – это, так сказать, аллегория. Появляется красивая актриса, там играет моя ученица Таня, Таня Солнцева и Анечка Шапо, еще одна исполнительница. Ну, это, мне кажется, придает воздух какой-то, потому что есть дуэты чудесные, любовные, они очень такие, очень тонкие. И ему надо за что-то хвататься, понимаешь, когда с детьми уже просто вот, все не получается так, когда все разваливается. Ему надо за что-то хвататься. И вот за этот мираж, за только появление, он, ему кажется, что она реально вернулась, хотя спектакль начался с ее похорон. Это вот довольно правильно, красиво. Прощай, королева, прощай. На небо. К тебе улетаю и так далее. И вот, вот эти возможности, вот ее эти появления, мне кажется, дают какой-то приятный такой человеческий любовный флер. Чего ждет зритель, приходя на Шекспира? Этого я не знаю. Мне кажется, ждет зритель одного, чтобы не отменили спектакль. Потому что такое бывает, когда зритель приходит, и вдруг по каким-то там причинам что-то там меняется, отменяется. Это бывает ужасно жестоко для зрительного зала. У меня была одна история смешная, когда мы еще на Маяковке работали. Я играл в спектакль, он был один из очень сильных спектаклей. Он назывался «Чарли Ча». Это такая фантасмагория о жизни Чаплина после смерти. Прилетает Чаплин на небеса, и там его встречает бог артистов и клоунов. Вот этого бога играл я. Это не бог, это не Иисус Христос, это надо было придумать, кто же такой. И мы там с режиссером догадались, это такой актер времен Мольера, например, который там на 200 лет раньше умер. И когда он умер, он там себя провозгласил королем. Тут прилетает маленький Шипздик вот этот вот, и тоже претендует на место короля, потому что он уже был королем там на земле. Начинается очень забавный такой фантасмагорический конфликт. И с меня начинался спектакль. Я выезжаю на такой коляске, знаешь, поднебесный такой личик. Выезжаю такой какой-то, такой своеобразный. Мольеровского времени. Костюм. Первое появление. Первая фраза. «Какие гости?» — говорю я зрителю. Произношу фразу «Какие гости?» и гаснет свет. Сразу. Гаснет свет. Я думал, ну, на секунду.
Да? Случайно не ту кнопку нажали, сейчас включат. Ничего подобного. 5 секунд нет света, 10 секунд, минута, 2 минуты. Я еще пытался что-то там в темноте разговаривать по тексту, потом понял, что кранты и все. Я говорю, ребята, ну, в общем, приехали. Они все воспринимают как за чистую монету. Мало ли, уже долго никто не мог понять, что это какая-то авария. Я тоже долго не мог этого понять, хотя я и Бог. Но трудно быть Богом, понимаешь? Короче говоря, я все понял уже где-то через 5 минут. И надо было что-то делать. Я устроил конкурс анекдотов. В полной темноте мы начали рассказывать анекдоты, дико хохотать. Потом входит администраторша минут через 10 и вносит несколько свечей. Мне одну зрителям 5 штук раздала и говорит: господа, тут произошло в нашем районе, вот погас свет, видимо, это авария. Вот сказали, что в театре Моссовета спектакль отменили, в театре Сатиры отменили, а мы находимся все-таки в подвальном помещении, мы вас очень просим, давайте будем потихонечку выходить. А мы уже минут 20 рассказываем анекдоты. И зал говорит: ну, мы не хотим, нам хорошо. Она говорит: ну, она говорит, Женя, сделай что-то, чтобы они ушли. Я говорю, что я могу сделать? Я вспомнил, что в буфете нашем плавают свечки, знаешь, в воде. То есть там есть свет. Плавают вот в эти вот. Я говорю: ребят, давайте через 5 минут встретимся все в буфете. Все. И все потихоньку начали выходить. Я, конечно, я 40 минут, это 40 минут продолжалось. Я очень потратился. Просто, ну, ситуация необычная. Мне же надо было держать зал, чтобы они, там шел диалог. Там было очень забавно и смешно. Я пошел раздеваться, переодеваться в полной темноте, там тоже свечки стоят. Вода, по-моему, была, я грим смываю, у меня грим, там еще такой клоунский. Минут через 20 включается свет. И стало ясно, что починили. Подходит Проханов ко мне, говорит: Жень, слушай, давай это, начнем сначала. Я говорю: ты чего? Ну, я тебя прошу, зрители, никто не уходит. Все в буфете уже перепились по-черному, и уходить никто не хочет. Я говорю, я не могу, я все силы уже отдал на эти 40 минут, клянусь тебе, у меня нет никаких сил, особенно моральных, как, ну знаешь, очень, да, стресс. Конечно. Он говорит: я тебя умоляю, не надо грима, ничего не надо, выйди только на ночной спектакль. Я, когда я выехал на этой коляске и сказал, какие гости, второй раз, это было вообще, все легли, и что ни фраза там была, то просто она сразу по-другому воспринималась. В общем, мы закончили 5:45, сыграли весь спектакль. Евгений Аркадьевич, а кого бы вот вы хотели сыграть? Если роль мечты, после Лиры кого-то. Я хочу сыграть Дали, вообще-то, Сальвадора Дали. Я как-то вот несколько лет уже эту тему обрабатываю. Сейчас, если верить Андрею Максимову, он пишет для меня пьесу. Для театра Луны, да. Мне почему-то интересно исследовать просто этого человека, как-то немножко разобраться в этом. Экстравагантность такого человека, она мне очень близка и очень непонятна. Когда непонятно, насколько он велик. И это очень манит, очень манит. Ну вот, пока этой пьесы нет, я решил сыграть Зигмунда Фрейда. Появилась пьеса Сергея Гиргеля, режиссер Паша Урсул предложили мне сыграть Зигмунда Фрейда в пьесе «Зигмунд Фрейд и его деревянные солдаты». Сейчас идет подготовительный период к этому спектаклю. А как вы относитесь к импровизации на сцене? Сами импровизируете? Я отношусь к этому блистательно. Я считаю, что если есть возможность, если это дано, то это нужно использовать. Потому что это раскрепощает, это дает какие-то новые возможности и для актера, и для зрителей в частности. Зрители любят это. А чего не любите на сцене? Может быть, чего-то не приемлете? Я не люблю пафоса. Ужасно не люблю. Когда актер пафосно существует на сцене и думает, что они сами лично умнее своего персонажа. Такое очень часто бывает, что я, вот я умнее, ну а чего говорить, я играю, но я-то сам покруче. Вот это очень хорошо заметно, потому что
что там не важно соответствовать этому герою, как просто попробовать так же покрутиться вокруг этой темы. Потому что многие персонажи, которых я играл, я никогда их не видел. Я никогда не был знаком с холстомером. И мне пришлось придумывать, через себя пропускать что-то сумасшедшее, совершенно написанное Толстым. И царя Эдипа, который очень люблю эту роль. Я помню, я ее играл в городе Геленджик, и там висели афиши. А спектакль наш назывался «Эдип», просто без царь. «Эдип». Я вышел вечером премьера, стою в черных очках. Думаю, интересно, узнают, не узнают. Сейчас стою прямо около этой афиши. Проходят две дамы, а театр там на набережной. Прямо вот пляж и набережная. Проходят две какие-то дамы. Одна останавливается, смотрит на нашу афишу. И говорит: слышишь, Валечка, слушай, какое интересное, какое название, интересный спектакль. Эдип Пиаф. Почему это замерещилось? Эдип Пиаф. Я понял, Господи, кто же ко мне сегодня вечером придет на спектакль? Эдип, вот это словосочетание, видимо, ее подкосил. А критику как воспринимаете? Классно, обожаю. Просто обожаю критику. А сами критикуете коллег? Ну, не то, что критикую, я могу пошутить над... Могу. И люди знают, что я довольно ядовитый, но я не обижаю людей. Я ядовитый, но не смертельный, я бы так сказал. Многие журналисты, идя на интервью с артистами, думают, что их сейчас начнут обманывать, играть перед ними какую-то роль. Вы переносите все образы в жизнь? Нет. Нет. Никогда. Я вообще пытаюсь как можно быстрее убежать из театра. Я люблю опаздывать на спектакль. Есть актеры, даже великие, были среди них. И даже Фаина Георгиевна Раневская, она приходила за 3 часа до спектакля и смотрела на себя долго в зеркало. Но это... уникальная женщина, у нее, к сожалению, не было детей, семьи, ей больше делать было нечего. Это великая артистка, конечно. Я люблю, и у меня как-то лучше получается, когда я вбегаю в театр, действительно, опаздывая там где-то в пробках и так далее, быстро скидываю с себя все. И иногда даже забываю одеть костюм и бегу на сцену. Вот, и... Ну вот. Когда ваша дочка Оля сказала, что она будет актрисой, как вы к этому отнеслись? Ну, я бы так сказал, я не очень обрадовался, потому что мы виделись не так часто, она жила с мамой уже. Но деваться было некуда, что называется. Мама была в Лондоне. Выйдя замуж за великобританца, моего приятеля, она была в Лондоне, посоветоваться было не с кем. Рядом со мной лежал умирающий мой отец, буквально в инсульте. Умирал 10 дней. И экзамены Олечки, которые надо было сдавать в ГИТИС. Это была картина, доложу этим. Это была картина. Рядом с умирающим отцом. Это шекспировская абсолютная история. Рядом с умирающим отцом, который не разговаривал уже, он был в коме там несколько, 3-4 дня, он ничего не произносил, дышал, все, я видел, что вот он лежит, я его там уложил. Она со мной занималась актерским мастерством. И когда она пела там какую-то очередную песенку, разучивая со мной, мы вдруг услышали голос из преисподней: «Олечка, фальшивишь на четверть тона». Я сам обалдел. Это папа произнес эту фразу. Он слышал, ты представляешь, а у него был потрясающий слух, он же был музыкант. И он выдавил это из себя, во-первых, узнал ее голос и так далее. Это было вообще, ну просто чума. Ну просто чума.
И она, в общем, услышала это, начала лучше петь. Да. А вот каково играть с детьми на одной сцене? Непросто. Непросто играть, потому что там проявляются характеры. Особенно вот так, как я с ней долго не виделся, и вдруг вот мы начали там что-то репетировать. Непросто играть, непросто. И ей, наверное, тоже непросто. На нее как-то влияет, наверное, давит немножко папа, я не знаю. Хотя я внутренне совершенно не давлю ничем. Но мы там репетировали, и как-то что-то такое. Она репетировала со мной в спектакле в одном. И я хотел ее взять за лицо, говорит, нет, папа, не надо, у меня аллергия, не надо, пожалуйста, за лицо брать нельзя. Так это сказал, я говорю, боже, Олечка, какая аллергия, что тут? Ради бога, я тебя не сниму, пожалуйста, пожалуйста. Не, неправда, нельзя мне брать за лицо, пожалуйста. И так далее. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я предлагаю завершить наш сегодняшний эфир песней вашим дуэтом с Олей. Да, поет она гениально. Вы сейчас это поймете. И когда уже закончится передача, некому будет сказать, хотя бы скажите об этом на чате пару слов. Поет она потрясающе. Это «Холодоли».